Казахстан и Азербайджан намерены создать общий инвестиционный фонд с капиталом в 300 миллионов долларов. Об этом в Баку в эксклюзивном интервью нашим коллегам из телеканала Silkway рассказал глава фонда Самрук-Казына Нурлан Жакупов. Он отметил, что речь идет о единой инвестиционной платформе для финансирования приоритетных проектов в различных отраслях экономики стран Центральной Азии, а также Турции, Болгарии, Румынии и Венгрии. Это укрепит наше сотрудничество с Азербайджаном и, безусловно, принесет нам хорошую прибыль, поскольку это будет полностью коммерческий инвестиционный фонд. Средства будут направлены в том числе на развитие проектов транспортно-логистической отрасли.